последнее время в обществе увеличился спрос на витамины, но где граница их безопасности? Витамины – это компоненты пищи, они не относятся к лекарственным средствам. Витамины применяются как специфические средства для предупреждения и лечения гипо- и авитаминозов, вызванных дефицитом этих микронутриентов в питании. Но вместе с тем их применяют и в качестве неспецифических средств при лечении некоторых заболеваний. Но как недостаточное, так и избыточное потребление микронутриента может вызывать нежелательные последствия. На основании научных данных устанавливается норма физиологической потребности в том или ином витамине и рекомендуемая норма потребления. Норма физиологических потребностей – это усредненная величина необходимого поступления витаминов, которая обеспечивает оптимальную реализацию физиолого-биохимических процессов, закрепленных в генотипе человека. Существует рекомендуемая норма потребления, недостаточная величина потребления и верхний допустимый уровень потребления в ДУП. Давайте разберемся с этими нормами. Рекомендуемая норма потребления – это величина суточного потребления витамина, достаточная для удовлетворения физиологических потребностей не менее чем 97,5% населения с учетом возраста, пола, физиологического состояния и физической активности. Совершенно очевидно, что размер рекомендуемого потребления полностью покрывает потребность в витамине любого человека. Недостаточная величина потребления – это величина, ниже которой у большинства здоровых людей через определенный отрезок времени будут возникать симптомы недостаточности, выявляемые клинически, функционально или биохимическими методами. Верхний допустимый уровень потребления в ДУП – наибольший уровень суточного потребления витаминов, который не представляет опасности развития неблагоприятных воздействий на показатели состояния здоровья практически у всех лиц из общей популяции. Так, для витамина А суточная потребность составляет 1 мг, что равно 3300 международных единиц. А в ДУП для витамина А составляет 3 мг, что составляет 9900 международных единиц соответственно. Верхний предел безопасного потребления – это величина потребления пищевых веществ, которая безопасна для большинства здоровых людей и выше которой у части людей через какое-либо время могут проявиться побочные явления и симптомы токсичности. Существует U-образная зависимость многих физиологических показателей от дозы принимаемого витамина и, соответственно, обратная ей куполообразная зависимость от уровня витамина в крови. Это характерно для всех витаминов. В литературе описаны многочисленные примеры. Так, не только пониженное, но и повышенное потребление витамина А, более 1,5 мг, может выступать фактором риска развития остеопороза. В ходе наблюдения в течение 13 лет подобная зависимость общей смертности от уровня основной транспортной формы витамина D-гидроксивитамина D в сыворотке крови была выявлена у мужчин с исходным возрастом, превышающим 71 год. Аналогичная куполообразная зависимость подвижности сперматозоидов от концентрации аскорбиновой кислоты описана для спермоплазмы у мужчин. Лечебные или терапевтические дозы витаминов превышают потребность организма в 10 или 100 раз. Витаминотерапия наряду с быстрой ликвидацией авитаминозов и гиповитаминозов оказывает положительный эффект при некоторых патологических процессах. Вследствие этого прием витаминов в лекарственных дозах может приводить к нежелательным побочным эффектам. Именно поэтому витамины в терапевтических дозах принимают только по назначению и под наблюдением врача. Следует еще раз помнить, что прием витаминов предназначен для восполнения их недостаточного поступления с рационом. Из сказанного совершенно очевидно, что принцип «кашу маслом не испортишь» не распространяется на витамины, ведь не зря работают целые институты и международные организации, устанавливающие рекомендуемые нормы и безопасные уровни их потребления. Потребитель должен знать и понимать, что витамины безопасны в физиологических, то есть профилактических дозах.
В 2008 году в Центры токсикологии в США поступило более 69 тысяч телефонных звонков с жалобами, связанными с острой передозировкой витаминов или минеральных добавок. А обращения по поводу передозировки именно этих микронутриентов заняли 15 место среди жалоб по поводу всех веществ у взрослых и 7 место у детей. Исходя из величин индекса безопасности, витамины были распределены на 3 категории в зависимости от степени риска превышения. К категории первой были отнесены витамины группы В, для которых в связи с крайне низкой токсичностью верхний допустимый уровень потребления не установлен. А для некоторых микронутриентов, например, витамин А, железо, йод, медь, кальций, цинк, существует потенциальный риск избыточного потребления и необходима специальная стратегия для недопущения риска возникновения побочных эффектов и осложнений. Так, избыток витамина А вызывает резкое повышение холестерина в крови, а также нарушает работу почек и мочевыделительной системы. Большая доза витамина В6 может стать причиной нарушения координации движений, а избыток витамина В5 может привести к обезвоживанию организма. Избыток витамина С приводит также к уменьшению свертываемости крови, повышению давления и нарушениям обмена веществ. Хронический гипервитаминоз витамина D приводит к появлению остеопороза, а также к отложению кальция в почках, сердце, легких и стенках сосудов. Переизбыток витамина Е может привести к хрупкости костей, а также блокировать усвоение других витаминов. Что мы должны помнить, принимая витамины? В первую очередь то, что витамины могут оказывать и оказывают побочные действия. Не допускайте их передозирования, особенно жирорастворимых витаминов, принимая бесконтрольно или хаотично эти витамины, витаминно-минеральные комплексы, биологически активные добавки к пище, содержащие витамины и обогащенные витаминами продукты питания. Будьте осторожны при самостоятельном выборе витаминных препаратов в аптеках с открытым доступом. Беременные женщины должны знать об опасности развития тератогенного эффекта при приеме больших доз витамина А, Д и К, а также потенциальной опасности больших доз витамина С, которые могут вызвать прерывание беременности. Витамин А необходимо применять с осторожностью пациентам с нефритом и пациентам с заболеваниями сердца. Если вы вынуждены принимать витамины В1, С, ПП, К, липоевую кислоту длительное время, то вам необходимо осуществлять контроль за функцией печени, почек, артериальным давлением, уровнем глюкозы и так далее в связи с их побочными действиями. Не следует сочетать поливитамины, содержащие витамин D, с препаратами витамина D без консультации врача. Витамины и поливитамины следует принимать после еды во избежание появления побочных действий со стороны желудочно-кишечного тракта. И не ленитесь контролировать дозы ежедневно принимаемых витаминов членами своей семьи, особенно если это касается детей.